Кстати, многие ошибочно считают, что я такой человек, одуванчик такой, человек ромашка и вообще полевой цветочек, который все время улыбается, как бы хи-хи-ха-ха. Давайте сейчас скажу вам честно, лучше вам меня в гневе не знать. Да, потому что, ну, вывожусь я достаточно часто. Вывожусь, как кобель прозвучало. Ну, что я хочу сказать, все что угодно может меня вывести из себя. Неудавшиеся планы, хамство, вранье, собственные какие-то неудачи внутренние. Я, который всегда сопоставляет трафарет происходящего, происшедшего со своим сценарием, который я уже все себе придумал, я прямо вижу, как это должно быть осуществлено. И если эти фигуры с выемкой не совпадает, все, у меня начинается раздрай. Но на то и мы люди, что нужно держать себя эмоционально стабильно, поэтому, ну что, делаем работу над ошибками и радостно, что идем дальше. Потому что самое главное оставаться живым и спокойным. Все остальное, как мы понимаем, для меня это важно, а вот все остальное уже нежелательно.